Добрый день, уважаемые посетители портала «Армторг» и читатели журнала «Вестник арматуростроителя». Медиагруппа находится сейчас в Москве на выставке PCV-Expo и Heat & Power. А в рамках выставки было проведено открытие торжественное буквально 5 минут назад, а также были награждены орденом «Почетный арматуростроитель» несколько кандидатов. Одни из кандидатов, которые получили эту награду, представители Благовещенского арматурного завода. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А как ваши ощущения после награждения? Восхищен, удивлен, ну и потрясывает маленько. Я очень рад этой награде. А расскажите, пожалуйста, вкратце о своем трудовом пути. Свой трудовой путь я начал с учениками токаря, прошел все этапы роста, в настоящий момент занимаю должность начальника цеха. Пришлось за этот трудовой путь освоить много видов арматуры, которые производит наш завод. Отлично. Ну и вам слово. Ну, я начал свою трудовую деятельность технологом на Благовещенском арматурном заводе. Проработал 13 лет, потом переехал на юг. Работал 10 лет на заводе «Арзил», арматурный завод имени Ленина. Сейчас он называется «ГИАС». Потом я перешел в атомную промышленность, полтора года работал в «Титане-2». После этого 4 года проработал на Олегском заводе трубопроводной арматуры. Ну вот уже 5-й год работаю на старом заводе, с которого начинал свою деятельность. Везде я работал по своей специальности, литейное производство. Вы, так сказать, такой знатный литейщик, если простым словом выражать. Ну, в арматуростроении, да, в арматуростроении. А в целом ваш трудовой стаж включает около 30 лет, я правильно посчитал? Да, 27 лет арматурный стаж. Ну, друзья, это весомый стаж, и мы безумно рады и горды тем, что вы получили эту награду. Расскажите, как сейчас постоят дела на заводе, как они вас встретят, вероятно, будут также гордиться и радоваться. Ну, я затрудняюсь сказать, думаю, будут только положительные эмоции, что я скажу. От нашего завода, от единственного, два представителя получили сегодня. Только вы, получается, вдвоем? Да. От нашего завода, да. Можете передать привет вашему заводу. Передаем привет. Большая благодарность и спасибо за то, что выдвинули. Очень признательны. Скажите, пожалуйста, литейное производство, в целом Благовещенский арматурный завод, какие планы на будущее, что вы дальше планируете? Ну, у нас планов громадье, как я сейчас скажу. У нас печь 5-тонная индукционная, которую мы должны поставить. Мы сейчас рассматриваем новую технологию, вообще концепцию развития литейного производства как в целом. Так что планов очень много, очень интересно все. С надеждой на будущее смотрим. Ну и вас хотелось бы попросить рассказать по вашей части, что сейчас у нас происходит на Благовещенском арматурном заводе, что планируют? Ну, мы планируем расширить линейку, закрыть, получается, некоторых конкурентов и освоить около 10 видов, новых видов продукции до конца года. Планы далеко идущие, и удачи вам, и развития, и всего хорошего. Спасибо большое, и поздравляем еще раз. Спасибо. Вас и вас. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего доброго.